Природоохранная прокуратура не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу организовала проверку с привлечением специалистов из администрации города и управления Росприроднадзора. Удручающая картина предстала перед компетентными органами. Строительный мусор и твердые бытовые отходы стали обитателями этих мест. Действительно, отходы размещаются на земельном участке, расположенном в черте города Рязани. Отходы размещены непосредственно в воде. Данная вода в связи с погодно-климатическими условиями поступила из озера Монастырское. Специалистами Рязанского филиала ЦЛАТИ отобраны образцы проб на определение их класса опасности для окружающей среды. Теперь предстоит выяснить, откуда здесь появился мусор, среди которого обнаружены люминесцентные лампы. А это уже первый класс опасности для объектов окружающей среды. В связи с этим природоохранная прокуратура внесла представление в адрес управления благоустройства города с требованием безотлагательно принять меры по ликвидации опасной свалки. Проверки продолжаются. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».